В ближайшие 3 года бюджет Алматы сохранит социальную ориентированность. Об этом стало известно на внеочередной сессии Маслихата с участием акима Ербулата Досаева. По его словам, особое внимание будет уделено развитию и модернизации социальной инфраструктуры, повышению доступности и качества услуг образования и здравоохранения. Если на конец 2022 года бюджет социальной сферы составлял 506,4 миллиарда тенге, то в 2023 году он вырос почти на 160 миллиардов тенге, до 665 миллиардов на июле текущего года. А в предстоящем году на социальную сферу выделяется 726 миллиардов тенге, что составляет 44,7% от расходов бюджета города Алматы. Помимо этого, в Алматы увеличат объем жилищных выплат и адресной помощи. По словам замакима города Аскара Амрина, предлагается увеличить помощь для социально уязвимых слоев населения с 7,2 миллиардов тенге до 11 миллиардов. А для лиц с инвалидностью предлагается выделить более чем 16 миллиардов тенге. Речь идет об услугах индивидуальных помощников, сурдопереводчиков и приобретении вспомогательных технических средств.